четверг, 13 августа в 11 часов вечера в Петропавловском кафедральном соборе по улице Трактовой 13А начнется торжественная служба. В 2 часа ночи шествие крестного хода двинется к Троице-Никольскому храму в селе Никола-Березовка. Оно пройдет по правой стороне улицы Трактовой и Никола-Березовскому шоссе. Движение транспорта на это время перекрываться не будет.